Стоим. Добрый вечер. Сегодня мы снимаем видео про просмотр видео. Короче, это мой друг. Я даже не знал то, что он снимает на YouTube. Ну, точнее, я знал, но не знал. Он мне говорил только про какое-то одно видео. На моем канале, кстати, тоже есть видео с ним. Но я вам его не покажу. Ну или покажу, короче, посмотрим. Вы знаете, что такое Dota 2? Не-а. Ну посмотрим. Фу, выруби. Блин, так она должна спросить, он авторские права не получил. Так, легкая королевская. Жесткие боссы. Так, это его лицо? Нет, это не его лицо, это... А! Бада-бум-бада-бум-бада. А, ну это просто легкая королевская, ладно. Так, это от кого лицо? Это опять. Мы заняли втроем попадем. Да, это что? Это я знаю от кого лицо. И понимаю. А что это здесь? Он просто в кусте подсунул. Не, ну. А, так это не прям. Это прям. Это. Но это давно, но не прям давно, но давно, но не прям давно, но давно. А, королевская победа. Чип Кит? Типа, берем тачку и начинаем дрифтить. Это он учит дрифтить. А, это я его в карпаркинг учил. Короче, мы с ним вместе играли. И лобби создавалось на него. Ну, то есть, был он в этом лобби главный, можно сказать. Я по нему заходил, поэтому он умеет это делать только для друзей. Он включает звук. Он включает звук. А, блин, он же звук. Хотите? Это вроде у нас есть общие два друга почти всего класса, Максим и Игнат. И вроде кто-то из них научил нас дрифтить. Либо сначала меня научили, потом я Глеба. И он учит теперь... сколько он научил? Он научил два человека дрифтить. Но сколько на этом видео будет просмотров, столько он и научил. Но это не точно. Подожди. А, это типа он показывает, как не дрифтить или как дрифтить. Я там это не понимаю. Он 4 минуты просто едет.
как и мои видео. 4 минуты я просто ничего не делаю на паузе. Блин, я вот сейчас смотрю, и по идее мои видео такие же. Я не понимаю, чему он учит? Он учит дрифтить. Но ты уже научил, ты показал сеттинг. Я могу вам показать хороший еще один способ. Тоже, как дрифтить. Я не знаю, интересно вам или нет, вы уже посмотрели. Вот это прекрасное чудо, которое называется 20 января. Вы тоже, если хотите научиться дрифтить, вы пишите 20 января. Я да. Посмотрев мои старые видео, да. Так, ну он, короче, просто полвидео дрифтил. Так, это стиралка. Я их смотрел, но без звука. Мне интересно, что он говорил. И вроде в одном даже где-то я есть. Вы знаете, что такое Dota 2? Так, кстати. Это один из умных, потому что, во-первых, он снимает то, что людям интересно. А, он учит продавать машины. Блин, прикиньте, если бы у него кто-нибудь купил бы эту тачку за 9000. Скоро? Скоро? Так. Вы хотите посмотреть 13 января? Потом. У него есть комментарии. Не смотри это видео. Выключай. И в комментарии там не заходи. Типа он меня убил? Ты проходишь эту игру. А что ты за... А, я ее проходил. Нет, вроде наоборот, внизу он же прыгает. А, нет, да, вверху. Или вверху он прыгает. Я не помню, я этот уровень проходил. А, да. Теперь вы знаете, как рождаются эти дети? Угу. Ну, чё уроки, дебил? Не бояться больше. А типа... Нет, там на заднем фоне... Это чё? А, это прикол. А, я думал, что он проплыл мимо. Что он настолько умный, то что он не может объехать, поэтому ему надо прям на этот... Понимаю. А, типа, я понял. Получи посылку. Я не слышал, он вроде говорит, тут галочка нужна. Я сделаю так.
Вообще, говори, если нас никто не слушает. Пацаны, я был включить запись. Поэтому давайте смотреть с этого момента. Сейчас я вкратце расскажу. Смотри, ну типа я зашел, я создал аккаунт читер 777. Там я Глебу пишу, типа, привет-привет, потому что чат был заглушен. И я решаю зайти на аккаунт, который я ему подарил. Потому что у меня было две леги. Ворон и Мэг. А Мэг, он мечтал о легендарке, но мне Мэг нафиг не нужна была, поэтому я просто отдал ему. Мне Мэг вообще не зашла. И теперь я захожу на этот аккаунт, потому что почта была на меня. Ну, вообще, потом. И типа, прикол в том, что... То, что это мой, можно был, я мог зайти и сделать все, что хотел. Он даже такой, с кем не мы разговариваем? Типа он... Ну да, я до этого говорил, то, что Глеб был плохой актер. Ну, короче, у него вкачались навыки актерства, то, что он снимал свои видео. Косики не ставят. Головой явно что-то не то. Ой, что-то не то.